рассказ «Три дедушки». Это рассказ из книжки «Рассказ толстого мальчика», изданный издательством «Аталхонка». И книжка нарисована прекрасной художницей Ольгой Золотухиной. «Три дедушки». Как-то раз после завтрака меня долго мыли, потом одевали, потом причесывали. Я терпел, потому что втайне надеялся, что мы пойдем в зоопарк. Пехтер, мой друг, сказал, что в зоопарк привезли из Африки с берегов Лимпомпо слона Степана и двух жирафов, Петю и Флору. «Сашенька», — сказала мама, — «мы пойдем к дедушке Ленину». И, глядя мне за спину, на отца, поправил воротничок моей рубашки. По разнарядке, с работы. У меня отгул до обеда. «Лидочка», — кратко сказал отец, — «посмотри на него». «Может, на аттракционы лучше?» «Нет», — сказала мать, — «Ленин важнее». И снова поправила мой воротничок. «Ты с нами?» «Нет, Лидочка», — сказал отец, — «я вас дома подожду». «Работы много, и потом я его уже видел». «Как знаешь», — строго сказала мать, — «другого ответа я от тебя и не ждала». В детстве я думал, что у меня три дедушки. Дедушка Николай, дедушка Ленин и дедушка Сергей. Тогда многие так думали, и я их всех очень любил. Дед Николай по матери умер еще до моего рождения и жил на небе. Дед Василий был вполне живой и жил с моей бабкой Анной в Москве на Лесной, рядом с Бутырской тюрьмой. А дедушка Ленин посередине, ни там, ни сям. Мавзолей на Красной площади, ни живой, ни мертвый, не пойми что. Как спящая красавица в хрустальном саркофаге. И я был уверен, что кто-нибудь, кто полюбит его больше меня, поцелует дедушку Ленина. Мне самому не очень хотелось. И дедушка Ленин вылезет из своего саркофага и выйдет, выйдет живехонький из мавзолея прямо на Красную площадь. И станет жить еще лучше, чем до этого. Хотя и так все было замечательно. Поэтому, если по-честному, я не очень расстроился. К тому же слонов и жирафов я уже видел на картинках, а своего дедушку Ленина в стеклянном гробу – никогда. Правда, было немного страшно, но я крепился и вида не подавал. Очередь к дедушке Ленину начиналась от турникетов на Манежной площади у исторического музея и извивалась длинной серой змеей через всю Красную площадь до самого мавзолея. Вдоль очереди ходили люди в сером с одинаковыми лицами и выравнивали ее. «Товарищи, кто крайний?» – спросила мать. «Да ты!» – повернулась к ней толстая тетка с маленькой вертлявой рыжей девочкой. «Часа четыре простоим, а то и пять!» Мама посмотрела на свои золотые часики, заря подарок отца на последний день рождения. «А мне к трем на работу!» – заволновалась она. «Вот до обеда отпросилась. Никто не неволит!» – отрезала толстая тетка. «Тебе-то что? А вот дитя вождя не увидит!» «Остаемся!» – вздохнула мать. «Вот и правильно. Глядишь, и пробьемся. По 15 человек пускают группами. Не забалуешь. Да, Леночка?» Тетка поправила у рыжей косички, вывалившиеся из-под беретки. «Скоро нас отсчитали, и мы прошли в хвост очереди с турникет. Конца очереди не было видно. Мать стояла рядом со мной, какая-то другая, незнакомая и растерянная, и вздыхала. Мне стало страшно. «Извините, а обратно выпустят?» спросила она толстую. «Если что». «А что, если что?» – злобернулась тетка. «Ну, живот вот у мальчика заболит. Из интеллигентов, что ли, засранец?» Тетка силой дернула за руку, обернувшуюся к нам рыжую с косичками. «Нече пялиться, вперед смотри. А зато у меня три дедушки. И про своего дедушку Ленина я стихи знаю, целых три штуки», – сказал я. «Тихо», – сказала мать. «Просто стой и молчи». Неожиданно я почувствовал, что действительно хочу в туалет. «Мам!» – шепнул я. «Я в туалет хочу. Очень. По-большому». «Потерпи!» – прошипела мать. «Другие-то терпят?» «Мам, я до дедушки Ленина не дотерплю!» – крутила я головой. «Честное слово!» Мать обреченно вздохнула, взяла меня за руку, и мы пошли в начало очереди, к мавзолею. Люди из очереди поражали нас взглядами и шушукались. Мне делалось все страшнее. Я стал нарочно представлять себе двух жирафов в зоопарке, Петю и Флору, чтобы не разреветься. Нам наперерез быстро шел мужчина в сером плаще. «Что случилось, гражданка?» – строго спросил он. «Извините, я уже на работу опаздываю, и у ребенка вот на грех живот разболелся». Мужчина в сером наклонился ко мне. «Мальчик, издалека приехал-то». Голос у серого человека был неожиданно добрый. «Не знаю», – захлюпал я, – «с улицы Яблочко». «Москва, что ли?» – разочарованно выпрямился в плаще. «Такой большой москвич, а Ленина так и не видел». «Нет», – хлюпал я. «А хочешь?»
я замер. Если честно, я бы сейчас хотел оказаться или в зоопарке, или во дворе на велике с Пехтерем кататься. Мать до боли сжала мою руку. «Хочу, хочу!» – уже в голос зарыдал я. «Честно, октябрятская!» «А ты что, уже октябренок?» – удивился Плаще. «Нет», – ревел я. «Просто я значок с дедушкой Лениным на лупу Пехтеря выменил». Мать снова силой сжала мою руку. И я разом затих. «Ладно, не реви, сейчас что-нибудь придумаем», – сказал Серым и повел нас в голову змеи. Мы долго спускались вниз по красным гранитным ступеням. Было очень холодно, гулко и жутко. В туалет отчего-то расхотелось. Наконец вошли в небольшой мраморный зал с низким потолком. Слева на возвышении, в наклонку к нам, стояли один за другим два саркофага со стеклянными крышками. В них лежали два мертвеца. Руки мертвецов были сложены на груди. Лица их были подсвечены красным, как вырезка в мясном отделе соседнего гастронома «Диета». Мне показалось, они подмигивают. Стало совсем жутко. «Мам, а они точно мертвые?» – шепнул я. Мать силой сжала мою ладонь. «Мам, а первый мой дедушка Ленин?» «Да тихо ты!» – мать снова силой сжала мне руку. «Да, Владимир Ильич». У второго мертвеца из щек и подбородка торчала жесткая черная щетина. «Мам, а чего дедушка Сталина-то не бреют?» Снова шепнул я. «Да замолчи ты!» На нас уже оглядывались. Мне показалось, что небритый еле-еле приподнял голову и смотрит на меня из-под прикрытых век, как делал я сам, когда играл в жмурки и жульничал. Зырит. Мертвяк может и съесть. Пехтер говорил запросто. Я перестал дышать, чтобы мертвец решил, что я тоже мертвый. Им неинтересный. И обошлось бы. Потом мы снова долго поднимались по мраморной лестнице и, наконец, вышли на Красную площадь. Все было залито ярким весенним солнцем. Рука у меня горела и была красная, как клешня у рака. Все вроде было такое же, как и раньше, но я уже был какой-то другой. «Ну вот», — с облегчением сказала мать и поправила на мне беретку. «Ты дедушка Ленина и увидел. Понравилось?» «Мне больше тот, второй, небритый понравился. Дедушка Сталин. Он на нашего дворника Фарида похож. Копия. Только без черного фартука». «Цыц!» — шикнула мать. И чтобы я больше этих глупостей не слышала, Сталин, Иосиф Виссарионович, похож на Сталина, а Фарид на Фарида. А я-то думал, ты у меня уже взрослый. На самом деле, я тогда повзрослел на 1000 лет. Странно, что она этого не заметила. Я шел рядом с матерью по своей залитой солнцем весенней Москве. Я подпрыгивал от счастья. Я весело крутил своей 6-летней головой в беретке и пялился по сторонам. А в этой голове, под синей береткой, мой новый дедушка, наш дворник Фарид, уже кряхтя усаживался между моим прежним дедушкой, дедушкой Николаем на небе, и дедушкой Сергеем на земле взамен прежнего дедушки Ленина. Дед Фарид улыбается и весело мне подмигивает. Он в черном длинном брезентовом фартуке с метлой в одной руке и шлангом в другой, как бог, которого, как говорила мать, нет.